С вами вновь Екатеринбург интернет телевидение, Некрасов ТВ здесь. 14 декабря проходит в Москве финальное шоу конкурса красоты Miss Office 2013. Здесь происходит мастер-класс по рисованию. Мы рисуем новогодние шары. Сегодня мы рисуем на стекле, на пластике, делаем такие красивые новогодние шарики. Здесь пока темно, но через несколько минут здесь уже будет светло. А кто именно будет здесь, узнаем буквально через несколько секунд. Я здесь как гостья, но я полуфиналистка конкурса Miss Office 2013. Я вошла в 70 девушек со всей России, которые имели честь бороться за выход в финал. Желаю всем удачи и также с наступлением Нового года всех спешу поздравить. Заедет бойфренд. Людям нужен допинг, ежедневный допинг. Мы идем на шопинг. Макс, здравствуйте. Скажите, а почему он именно ногу свело? Потому что когда ногу свело, то получается очень хорошо синкопировать, когда танцуешь. Прихрамываешь, и девчонкам нравится. Спасибо, Макс, благодарю. Привет, Екатеринбург, меня зовут Михаил Башкатов. Да, сегодня я работаю, на самом деле, в необычной для себя амплуа ведущего онлайн-трансляции в интернете, в прямом эфире. Как вам участница Miss Office? Ну, я никогда не сомневался, что в офисах есть красивые девушки, безусловно, да. Это вполне такой закономерный конкурс красоты среди офисных работниц. Мне кажется, это хорошая задумка и вообще, ну, правильно. Можно пойти дальше и можно устроить там конкурс мисс бюджетница, то есть какие-то мисс ЖКХ, мисс паспортный стол, да, везде же есть красивые девушки на всякой работе, мисс врачиха, я извиняюсь, если кого-то оскорбил, просто ради красного словца. Я сегодня здесь присутствую в качестве гостя, но ровно год назад я переживала те же самые чувства и эмоции, что сегодня переживают участницы. Очень интересно наблюдать за всем происходящим со стороны, как бы извне. То есть я представляю, как они волнуются, представляю, как они готовились. Ведь это целых практически полгода подготовки. Девочки все молодцы, все достойно себя представляют. В общем, все здорово.
интернет. Мисс интернет дал мне много. Все, просто много. Да, да, да. Со мной сейчас два календаря на новый 2014 год, который можно видеть здесь же на конкурсе, а также каталог Комоса на 2014 год. Вот мне из Екатеринбурга, я веду свой блог в интернете, можете потом посмотреть, ссылку кину. Есть ли мне какие-нибудь шансы задержаться в Москве подольше, как вот попробовать себя шоуменом, так сказать, на телевидении? Как тебя зовут? Евгений Некрасов. Евгений Некрасов, прекрасный создатель блога. Что я тебе могу сказать по поводу, есть ли у тебя шансы задержаться в Москве? Хочется спросить, а оно тебе надо? Представляют, в общем, все здорово. Вот. Подожди, вот. Пропали люди. Я снова здесь. Ты выбрал прекрасную работу, вести блог. Ты можешь это делать откуда угодно, из Екатеринбурга, из Кургана, с Бали, да, с Северного полюса. В этом прелесть твоей работы. Тебе не обязательно привязываться к месту, потому что, если честно, Москва не самое лучшее место для жизни. Вот. А если у тебя есть работа, которая как бы позволяет тебе находиться где угодно, но при этом делать то дело, которое тебе нравится, ты счастливый человек. Спасибо за интервью. Да, вот, спасибо. Еще не буду задерживать. В данный момент уже 12 час, очень хочется спать и ехать домой, но еще автопати. Возможно, эспрессо поможет.